Спортивная база «Жаксы-2» в Щучинске очень удобна для подготовки боксеров. Игровые залы, тренажерная комната, боксерский ринг. Ведь победа любит тех, кто над ней работает. Успехи акмольских боксеров за последние годы впечатляют. При этом мы чувствуем поддержку боксеров региональной спортивной школы, Федерации бокса, Управления физической культуры и спорта. К примеру, на чемпионате страны среди молодежи призером стал боксер из Атбасара. Хорошие результаты показывают и молодежь, подростки. Они завоевали несколько медалей на первенстве Казахстана, прошедшем в Тадыкургане. Сегодня мы готовимся к международным соревнованиям, которые пройдут в Кустанае. Учебно-тренировочные сборы в предгорьях Бурабая подходят к концу. Боксеры тренируются по расширенной программе. Тренировки очень хорошо проходят. Спасибо тренерскому, конечно, штабу, что тренируют хорошо. По две тренировки тренируемся. Уже подходим в хорошей форме. Вот так. Условия очень хорошие. Несколько стран будут также участвовать наши сборники. Там будут уже просматривать молодых боксеров национальную сборную Казахстана. Вот, мы будем тоже готовиться. Ребята все очень хорошо готовы, настроены. Будем только ехать, побеждать. Боксеров в сборной Акмолинской области готовят известные тренеры. Бахтер Тургунбаев, Абзал Балтакискенов и Серикбай Белялов. До соревнований в Кустанае осталось всего несколько дней. Оксана Матасова, Коломбек Мухамеджанов, Ермек Махметов, Кокшай Акпарат.